بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي سيستري продолжаем наши уроки посвященные вопросам идеологии На предыдущем уроке мы начали рассмотрение вопроса справедливости Бога и указали на то, что относительно данного вопроса среди мусульман имеются небольшие разногласия. Ни одно мусульманское течение не утверждает, что Бог несправедлив. Все единогласно утверждают и единогласны в том, что Бог справедлив. Но, как мы сказали, среди мусульман имеются разногласия относительно толкования справедливости Бога. Итак, мы сказали, что ашариты утверждают о том, что плохие поступки и хорошие поступки являются таковыми, потому что Бог так сказал. А тазилиты и шииты и мамиты утверждают о том, что нет. Бог приказывает и запрещает то или иное деяние, потому что то или иное деяние является хорошим или плохим. То есть Бог запрещает поступок только потому, что этот поступок является вредным и плохим и наоборот приказывает тот или иной поступок, потому что этот поступок является хорошим и полезным. И это разногласие между ашаритами и мутазилитами, и шиитами и мамитами, это разногласие является источником разногласий в толковании справедливости Бога, потому что ашариты согласно своим убеждениям, согласно своей позиции, своей точки зрения утверждают о том, что Бог справедлив в любом случае. Что бы Бог ни сделал, Он всегда будет справедлив. Накажет ли Он хороших людей и наградит ли Он плохих людей? Вне зависимости от этого всего, Бог справедлив. Потому что именно Он является источником справедливости того или иного деяния, того или иного поступка. Источником хорошести того или иного деяния и того или иного поступка. Именно Бог является источником всего этого. Поэтому Бог в принципе не может быть несправедливым. И не имеет никакого смысла несправедливость в отношении Бога. Это толкование справедливости Бога с точки зрения ашаритов. Имамиты, и утверждают о чем-то другом. Они говорят о том, что нет, Бог справедлив но не потому, что его поступки, его деяния, его приказы и запреты являются источником справедливости, хорошести или наоборот отвратительности поступка. Нет, наоборот, утверждают они, Бог приказывает и запрещает, потому что эти деяния уже обладают этими особенностями, обладают пользой или вредом. И таким образом мы наблюдаем разногласия в толковании справедливости Бога. И чтобы определить, какая же из этих точек зрения является верной, какая из этих точек зрения является более правильной, нам необходимо разобраться, что является источником хорошести поступка. Слово Бога, как утверждает Ашариты, или же нет. Наоборот, Бог утверждает утверждает истину, Бог приказывает деяния, потому что они являются уже хорошим. И в связи с этим мы привели несколько преданий. Предание от его светлости Алибн Абиталиб, алейсалату вассалам, и предание от его светлости имама Риде, алейсалату вассалам. Но дело в том, что имеются и аяты на этот счет. Можно и с помощью аятов Священного Корана добраться до истины в этом вопросе. В священном Коране сказано «Вам Аллах юриду зульман лил ибад». Всевышний Бог единый не хочет несправедливости для своих рабов. Не хочет несправедливости для своих рабов. Этот аят Священного Корана с точки зрения ашаритов не имеет абсолютно никакого смысла. Почему? Потому что ашариты утверждают, что все, что желает Бог для своих рабов, является самой справедливостью, вне зависимости от того, что желает Бог для своих рабов. Таким образом, Ашарит утверждают, что источником хорошести и полезности поступка является Слово Бога. Но здесь мы видим совершенно другое. Этот аят утверждает о совершенно большем, о чем-то другом. В этом аяте говорится, что Бог не хочет несправедливости для своих рабов. Если ашариты правы, то какой аят, этот аят имеет смысл? Все, что хочет Бог для своих рабов, уже является справедливостью. Потому что справедливость именно то, чего Бог хочет для своих рабов, как утверждает ашариты. Поэтому этот аят с точки зрения ашаризма никакого смысла не имеет и является абсолютно бессмысленным. Но это совершенно не так. Аят имеет смысл. Аят утверждает о том, что те деяния, которые являются несправедливыми, Бог эти деяния не совершает. И совершает именно те, которые являются справедливыми. То есть Бог отталкивается от справедливости и несправедливости тех или иных деяний, от хорошести и отвратительности тех или иных деяний. Хорошее деяние. Хорошие поступки совершаются Богом, а плохие, отвратительные поступки не совершаются Богом. Бог отталкивается от этих поступков. Они а наоборот, они а становятся таковыми, потому что Бог их совершает или не совершает. Или же другой от священного Корана. <дившись> в, <таблетке> в этом от священного Корана говорится, что таким образом сегодня, Никто не будет подвергнуть несправедливости. Никакой справедливости в отношении людей в судный день не будет. Никакой несправедливости. И вы не получите никакой награды, кроме той, которую вы заслужили. То есть человек будет столкнется в судный день со справедливостью Бога, будет наказан за свои Поступки за свои плохие поступки и награду получит только за те поступки, которые он совершил, за те хорошие и добрые поступки, которые он совершил. И относи, относительно данного, данного аята можно сказать ровно то же самое, что мы сказали относительно предыдущего аята. То есть с точки зрения ашаризма, этот аят абсолютно никакого смысла не имеет. Начало это, этого аята, как минимум, никакого смысла, согласно точке зрения ашаризма, не имеет. Итак, это были предания и аяты священного Корана, опираясь на которые мы можем доказать точку зрения имамитов и на вопрос о том, что является источником того, что те или иные поступки являются хорошими, а другие поступки являются плохими. Но давайте мы приведем и логические доводы, доводы разума относительно данного вопроса. Первым логическим доводом, на которое мы можем опираться в данном вопросе, является то, что мы все прекрасно, то есть для каждого из нас, для каждого человека в отдельности совершенно очевидно, что точка зрения ашаризма является заблуждением, ложным. Почему? Обратите внимание, мы, люди, то есть вне зависимости от того, являемся ли мы мусульманами, являемся ли мы верующими или неверующими, имеем примерно общие критерии добра и зла. Общие критерии того, какое деяние является хорошим, а какое деяние является плохим. Вне зависимости от того, являемся ли мы верующими или нет, являемся ли мы единобожниками или являемся атеистами. То есть мы сами без того, чтобы Бог указал нам на это, без того, чтобы Бог не спаслал откровения, мы сами все прекрасно понимаем, что, например, убийство это плохо, врать плохо, воровать плохо и наоборот, заниматься благотворительностью хорошо, говорить правду хорошо, помогать близким, поддерживать связи с родственниками, поддерживать родственников. Все это хорошо. То есть какие-то деяния мы обнаруживаем, какой-то ряд вопросов, какой-то ряд поступков и деяний, хорошесть или отвратительность которых нам совершенно понятно, нам совершенно очевидно. И для понимания этого нам абсолютно нет нужды для того, чтобы мы ознакомились с откровением для того, чтобы мы получили приказ или запрет Бога через откровение, через религиозное учение. Это первый логический довод. То есть этот вопрос является вполне себе очевидным. Вторым логическим доводом является следующее. Если бы, если бы, хорошесть и отвратительность поступков и деяний не опирались бы на разум. То есть если бы человек своим умом без откровения не понимал бы, что есть хорошо, а что есть плохо, то приказы Бога и запреты Бога, то есть откровение Бога, теряло бы всякий смысл. Не имело бы никакого смысла. Почему? Потому что, чтобы понять, что следовать откровению хорошо, чтобы следовать приказам и запретам Бога хорошо, разум до откровения должен сам понимать хорошесть этого, прекрасность этого. То есть разум до откровения должен понимать, должен осознавать, что следовать запретам Бога хорошо, следовать приказам Бога хорошо. Одним словом, следовать откровению это хорошо. Разум должен понять, понимать это и без откровения. В противном случае мы получим замкнутый круг. То есть, согласно точке зрения ашаритов, здесь имеется замкнутый круг, который невозможно решить. И мы вполне резонно можем спросить у ашаритов, каким же образом они решили, что следовать запретам и приказам Бога это хорошо, что нужно следовать запретам и приказам Бога. Если они ответят, что это они поняли из откровения, то мы скажем, что это замкнутый круг. Почему? Потому что мы ставим под вопрос необходимость следовать откровению. Как же вы ссылаетесь на откровение, что необходимо следовать откровению, если мы само это следование уже поставили под вопрос? Конечно же, разум прекрасно должен понимать, что следовать откровению это хорошо, что следовать откровению необходимо, чтобы следовать приказам и запретам Бога. И нельзя в этом вопросе опираться на откровение. Это как если бы вас спросили бы, почему вы слушаетесь учителя. А вы ответили бы, что потому что так сказал учитель. То есть учитель приказал нам слушаться его. Но так это мы и спрашиваем, почему вы его слушаетесь. А вы ссылаетесь на слова учителя, что его необходимо слушаться. Это замкнутый круг, который невозможно решить. И поэтому необходимо, чтобы деяния и поступки изначально имели эти свойства, эти особенности. То есть, чтобы хорошие поступки были изначально хорошими, а плохие поступки изначально были плохими. Чтобы приказы Бога и запреты Бога обрели хоть какой-то смысл. В противном случае запреты и приказы Бога теряют абсолютно всякий смысл. Таким образом, мы видим, что точки зрения мотозлитов и мамитов, шиитов и мамитов являются более верной точки зрения. То есть, Бог приказывает и запрещает те или иные поступки, потому что те или иные поступки являются хорошими или плохими, а не наоборот. Не наоборот, то есть плохие поступки не становятся плохими, потому что Бог так сказал. Хорошие поступки не становятся хорошими, потому что Бог так сказал, а наоборот. Бог так сказал, потому что они были хорошими или плохими. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракятух. Аллаху